Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в Rusty Lake Hotel. У нас осталась сегодня последняя комната. Вроде как остался только мистер Кабан в живых из прибывших гостей. Ну, соответственно, мы и ворона тут, которая и... Я не знаю, как бы сотрудников в счет мы не берем. В общем, прежде чем пойти к кабану в номер, давай поговорим с вороной. Ворон, проведай гостя в номере, не нужна ли ему твоя помощь? Я проведаю, но мне нужно сначала... Красного винчика бы где-нибудь взять. Я помню, что в рецепте кабану. Так, это у нас было завершено на 3 звезды. Подожди, полистай. Красное вино нужно. Его, как я понимаю, надо будет найти. Я не знаю, у кого. Где-то, может быть, в лобби. Перед заходом всегда в номер мы брали. Вот здесь белое вино было. Может, на кухне есть. Нету. Ну, где-то явно должно быть. У тебя нет этого, жаба? Щелк-щелк-щелк. Свежее мясо тебе понадобится. Хорошо, хорошо. Без проблем, вообще без проблем. Ой. Блин. Ну, походу, придется так идти. Никаких подсказок нету, красного вина нифига нигде нету. Может быть, надо было его сразу брать там, когда кабан один сидел в этом на ужине. Там вроде как заставка была. Сейчас окна потыкаем. Не, ну как бы тут не видать красного вина. Ночью нет ужина. Так, секундочку. Я вообще там записываю, не записываю. Все, запись записывается, все хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Так дай мне красного вина, я пойду, отнесу ему. Лампа зачем здесь нужна, вообще непонятно. Ее щелкаешь, щелкаешь. Поехали. Может, где-то на этаже будет она стоять. Поехали, на первый этаж сходим. Ну, кабан, по-моему, на втором живет этаже. Нет, все правильно, мы пришли. Пока не будем заходить к кабану. Поехали выше этажом, поднимемся. Посмотрим, может, там где-то просто бокал стоит около номера. Вы не можете войти, это приватная комната. Я понял. Но вина нет, я не знаю, как бы. Где-то пропустил, где-то прошляпил. Ну ладно, бывает. Поехали вниз. Давай сейчас с кабаном будем все это решать. Мистер Кабан. Поехали. Походу будет однозвездочное блюдо, если мы не найдем здесь еще и помидоров. Помидор. Принеси мне сэндвич. Так. Я как понимаю, его должно что-то рубануть здесь нормально, так. Ему сэндвич надо принести. Так, сразу вижу картина как подсказка. Давай ящик посмотрим. Доска. Хлеб. Спички. Ну, допустим. Так, это что это? Кабаний помет? Это сэндвич с кабаним этим надо сделать? Так, стоп, стоп, стоп. Это я понял, что... Туалетная бумага. Обезьянки. Не понял. Нужно в правильной последовательности нажимать. Нет. А, она подсказывает. Смотри.
два удара, значит, средняя, три удара, вторая, первая, тынь-тынь-тынь, третья, первая, вторая, третья, и чего? Ключ? А почему из этой макаки ключ выпал? Так, это было легко. Так, здесь на картине было что там? Подожди. Смотрим, здесь еще что написано. Дорогой амбассадор, наш общий друг известил меня о ваших взаимосвязях и беспокойствах. Латук. Я хочу пригласить вас на Ржавое озеро. Вы можете отдохнуть в нашем прекрасном учреждении ментального здоровья и рыбалки. Искренне ваш, мистер Филин. Хорошо, ну ключ, наверное, отсюда. Так. Слишком темно. Подожди, это очередная подсказка. Мы сначала на картине посмотрим. Что-то я так вперед полетел. Это что такое? Опиум. Окей. Окей. Так, все синие сверху, остальные все красные снизу. Давай. Все синие сверху делаем. А как? Ну, допустим, так. 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 Да. Опиумная трубка. Хорошо. Надо еще ему сэндвич же принести. Подожди, а давай сразу решим загадку вот с этим. Что здесь? Надо спичками, наверное, подсветить. Слишком темно. Понятно. Значит, не проканает. Он просил сэндвич. Давай сэндвич сделаем. Доделаем. Это, наверное, сюда. Сюда. Все, сэндвич готов. Так. Сэндвич кабану. Сэндвич кабану. Держи. Наконец-то. Зашибись. Я даже знаю, куда он сбежал. Он сбежал, походу, в толчок. Как дела? На. Ага. Но он пропал. Так, еще одна туалетная бумага появилась. Принеси-ка мне сэндвич. Может, тебе покурить надо? Зачем тебе сэндвичи столько? Да. Так, здесь дымновато становится. Опять мы кал кабани взяли. Слишком темно. А вот здесь вот подсказку надо как-то получить. Я не знаю, кстати, спички пропали. Слишком темно. А как же я теперь посмотрю-то все это дело? Эй, алло. Хватит дымить. Я же уже вообще ничего не видно. О. Ворона. Даже спички-то у меня остались. Не понял. А где мне еще помидоры найти, скажите мне? Мистер Ворон. Нож. Ты знаешь, что делать. Да, знаю, но, блин, а помидоры где взять? Я не понимаю, зачем тебе еще сэндвич нужен. Может быть, пока он будет там, здесь что-то надо будет подготовить. Давай ему сделаем сэндвич. То есть он сбежит, мы там это
Ну, в итоге мы еще одну не открыли. И плюс еще помидор нету. Блин, однозвездочный ужин под конец, это, конечно, отстой полный. Слишком темно. Ну а чем я тебе подсвечу-то? У меня факела никакого нету. А, подожди, светильник мы взяли, зашибись. Наверное, с этим светильником мы туда и залезем. Вот, теперь все справа должны быть все синие. Слева все красное. Так, вот это будет, наверное, тяжело сейчас сделать, но мы попробуем. Справа все синие. А, давай тогда перегонять вниз сначала все. Так. Нет, здесь уже неправильно. Надо вот так подряд делать. Все. Молот. Хорошо. Так, мы это взяли. Молот взяли. Ай, на тебе еще один сэндвич. Какой кабан мерзкий. Уходит на ужин, на нормальный. А по итогу как бы это... В номере дома жрет собственное дерьмо. Смотри, молотком отчикали это. Это не можем это забрать. Опусти вниз веревочку. Еще, еще. Ну куда ты? Ну вниз же надо. А, ну все. Выше, выше. Вот так. Так, подожди, мистер Кабан. Держи. Собственно говоря, здесь остается нам что, ножом перерезать вот это? Нет. Ой. Так, кабани ребрышки получены. Блин, и сразу новый рассвет начался. Я не успел по комнате пошариться за помидорами. Это будет... Как бы, а кто вообще это есть будет, если никого не осталось? Давай сразу посмотрим. Так, ключ-то есть хотя бы? Где ключ? Номер 2. Давай посмотрим сразу здесь, что у нас. Мы все правильно делали. Вот, я же говорю, все правильно. Сигары Rusty Lake. Отлично. Только зачем они? Это типа пасхалка, получено достижение. Секрет... А, это типа секретный рецепт. Вы не можете посещать в дневное время, я понял. Ну что нам? О! Вот откуда здесь сейчас стоит красное вино? То есть вот так вот даже. Все равно на две звезды мы приготовим. Помидор где взять? Помидор стопудово где-то был у него в номере. Аж здесь уже не будет. То есть тут надо запомнить последовательность, и потом можно переиграть, если там ради достижений. Ну как бы пофигу, готовим на две звезды. Откуда у тебя там помидоры? У нас же красное вино только было, и ребрышки. Мистер Ворон, ты должен принести этот последний ужин мистеру Филину. А он нас не сожрет? Наступает ночь. Ну давайте в этой же серии тогда и посмотрим, что будет дальше, собственно говоря, как бы. Там же не будет, наверное, никаких загадок. Или будет? Или финал он потом оставит? Я вот не в курсе. Ну ладно, поехали. Поехали, посмотрим. Это, наверное, в приватную комнату надо сразу оттащить. На втором этаже, да, была приватная? Мистер Филин, откройте. Комната 6, мистер Филин. Собственно говоря, как я понимаю, все-таки здесь будут загадки. Поэтому давайте мистера Филина мы оставим на следующую серию. Она будет же
финальный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, загляните в группу ВКонтакте, заходите на сервер в Дискорд, и всего хорошего. Всем пока!